Всем привет! Сегодня преддверие Нового года, 29 число, и мы будем с вами готовить утку. Вот наша уточка, жирненькая. Я ее помыл, обработал, достал все внутренности из нее, потому что я ее покупал на рынке. Убрал кровь. И сейчас мы будем с вами ее мариновать. Что нам для этого надо? Я буду мариновать с апельсинами. Можно, конечно, взять, разрезать апельсин напополам и выдавить на нее. Но я так делать не буду. Я буду делать из нее фреш. Выдавливать апельсинчики наши. Еще мне понадобится чеснок, да, и имбирь. Приятный запах у имбиря. Также нам понадобится розмарин и тимьян. Ну, приступим. Сначала мы сделаем фреш. Получился прекрасный, очень-очень прекрасный сок. Сейчас мы его маленько отведаем. Ну как без этого? Когда готовишь, надо всегда пробовать. Чудо, кисленький. Так, это мы уберем, это нам не надо. Дальше мы возьмем розмарин. Тоже сильно им злоупотреблять не надо. Аромат от него идет непредсказуемый. Оставшиеся я засушу. Сейчас он пока более-менее свежий. Так, теперь мы берем тимьян.
стараемся мелко его шинковать. Ну, есть сухие приправы. Провансальские травы. Но я вот думаю, что вот это будет куда вкусней. Тем более утки все равно, а нам нет. Аромат. Так, дальше. Мы берем имбирь. На терочке его много тоже не надо. Все натурпродукт. Тоже все сюда. Дальше берем чеснок. Очень удобная чесноковыжималка. Как без чеснока-то? Закладываем туда его. Я вот считаю, что чеснока много не бывает. Хотя я не сильный сторонник. Острой пищи, но... Ух! Так, это мы сделали. Теперь берем соль. И внутри массажируем курицу, утку. Прямо внутрь все закладываем. В дальнейшем я буду фаршировать айвой. Все делают с яблоками утку, а я вот решил айвой. Берем наш фреш. И поливаем ее. Прямо внутрь. Тщательно все. Утку массажируем. Процесс такой интересный. Каждому блюду свой подход.
Улыточки. Крылышки. Чтоб я так жил. Так, еще подольем. Вот, в принципе, практически готово. Как я говорил, сегодня у нас 29-е. Сейчас я нашу уточку заверну в пленочку. Чудно. Вот есть специальная пищевая пленочка у меня. Вот так мы ее расстилаем. Хопа. Стараться герметичнее закрывать. Пленочки на это дело не жалеть. Новый год – это веселый праздник, праздник детства. Вот, практически упаковали ее. Ну, еще разочек. И сейчас она у нас там будет томиться. До 31 числа. Сейчас мы ее поместим в холодильник. И там она у нас будет находиться. 31 мы придем за ней.